Все времени зарядить наушники. Март месяц. Иду еще по делам. Сейчас лиса идет по делам, ребята. Сейчас разгребет свои делишечки и пойдет наслаждаться этой жизнью. Наконец-таки довёл. Блин, вы меня не слышите, наверное. Вы меня не слышите, наверное, из-за ветра, да? Солнце мое. Висято. Наушников нету, к сожалению. Все в нашей жизни закономерно. И ничего не случается просто так. Если что-то пошло не так, вам кажется, вы опечален, что-то пошло не по плану, то вы знаете, примите просто то, что дает вам Господь. И все будет офигенно. Все будет офигенно, потому что несколько лет назад, вот сейчас хочу экспромтом просто признаться, я говорила в своих трансляциях, в моей жизни прошел такой переломный момент, мне пришлось отказаться от алиментов и лишить своего мужа родительских прав, но это было его решение. И я понимаю, все это было сделано с целью обезопасить ребенка. И сейчас, ведя свой блог в той, не знаю, с той политикой, вот, с тем контентом, с теми фотографиями, которые я буду показывать вам сейчас, я понимаю, что я сделала правильный выбор, что этот человек никогда не сможет ничего плохого причинить ни мне, ни моему ребенку. И не сможет писать на меня в опеку о том, что я плохая мама, недостойная. И я могу жить так, я хочу. Да. Совершенно независимой и честной жизнью. Да. Я помню, почему я уходила от этого человека. Я сейчас не хочу вообще обсуждать. Просто был вопрос о том, что... Ну, был вопрос о безопасности моей дочери. И мне пришлось наплевать на эти чувства свои безумные. И отказаться от всего. Просто от всего. Я когда отказалась от всего, я ему сказала, ты хочешь общаться с ребенком? Мне от тебя ничего не надо материального. Я абсолютно независимый человек. На что он мне ответил, нет, не хочу. Не хочешь, но я свободна. Поэтому женщина, она всегда в ответе за своих деток. Вот эти вот ролики, когда женщина...
счастлива. Что это чего? Что мне не нужно бегать. Если надо куда-то с ребенком поехать, я счастлива, что мне не нужно бежать к этому человеку и выклянчивать, чтобы он где-то расписался в документах. Такие дела. И я просто сейчас представила, я веду контент, я вкладываю голую жопу, да, выкладываю свои тренировки, дальше будет лучше, еще круче, еще жарче. Вот. А мне бесполезно обдувать, я сама кому хочешь дула. Только вопрос, чем, ребят? Что найти? Хотите? Я могу найти несколько, я не знаю, предметов. Вон палка валяется. Чем вам вопрос? Бутылкой, палкой. Чем? Чем бы вдуть? Мужики так хотят вдуть, да, на это их подсознательные какие-то желания тайны. Чтобы им кто-нибудь вдул. Или задул. Ладно, ребят, не обижайтесь, пожалуйста. Ну, вот такая реакция на такие комментарии. Не обижайтесь, не обижайтесь. Просто не обижайтесь. Люблю вас. Все равно люблю. Потому что люди, ну вот человек так устроен. Мы судим друг друга, перетираем, поговорили, забыли, обсудили. Что-то новое появилось, еще обсудили, понимаете? Вот как бы. Наверное, у нас многие люди визуалы. Есть же аудиалы, визуалы, кинестетики. Вот. Поэтому... Поэтому то, что видим, то и обсуждаем. Видим жопу, но и обсуждаем. Давайте обсудим жопу. Видим щеки. Давайте обсудим щеки. Бег показываю и работу над собой показываю. А дальше кто что видит, ребят, кто что видит, тот и в меру своей распущенности, тот и проецирует. Но я же уже сказала, что нет греха в ноготе. Красивое тело – это искусство. А люди научились скрывать свое тело, знаете, почему вообще? Потому что не хотят, блин, работать над собой. Это вот доказывает эта вот ситуация с коронавирусом. Это, блин, все это доказывает. Насколько мы слабы не только физически, мы слабы еще морально, духовно и психологически. Блин, у меня такое лицо просто охуенное. Я вообще тащусь от себя. Да. Такое оно прям красивое, необычное, круглое. Ну ладненько, ребятки, это потому что погода отстой, ветрено.
что-то с проводами, мегафон тупит, спасибо Господи за такой хотя бы интернет. А я, блин, в марте месяце хожу в спортивном костюмчике, легеньком, в спортивном костюмчике. И всю зиму проходила в шортах, пробегала. А я от вас, ребят, я от вас, я же не пропускаю трансляции, я же бываю, я же тоже живая, я тоже устаю. Но, блин, я так охуеваю от вас, мне так нравится с вами со всеми общаться. Ну, это, наверное, видно, я очень рада, вот, что теперь вы у меня есть. А откуда вы знаете, что у меня сегодня пресс был? Скоро же конкурс, ребят, мои фотки же отобрали для конкурса, для онлайн-голосования. Вот посмотрим, кто горячее. Кстати, Ренат мне посоветовал поставить этот хэштег. Не, извините, общаюсь только в прямых эфирах, ребят. Только в прямых эфирах. О, вот Ренат как раз таки. Только упоминала. Какой инструктор? Я сам себе инструктор. Я сам себе мастер, сам себе инструктор. Я слепила себя из того, что было. А потом, что было, то и полюбила. У меня нету кавалера, и быть такого не может. Я уже говорила в своих трансляциях, что я навсегда... Реально отобрали, мне прислали... Как это, я вам... Скрин пришлю. Скрин скину в историю. Посмотрите. Реально отобрали под хэштегом, создали аккаунт участницы. Я туда еще грузанула все новые свои фотографии. Ну, то есть, как бы, вот, в апреле, получается, будет открыто голосование вроде. Пиздеть сейчас не буду, вот, потому что не люблю, вот. А так, короче, я вам все скину, почитайте в истории, ладно? Вот, я сейчас пришла по делу просто. Все, вас поцеловала, всех обняла. Скоро, сегодня будет несколько трансляций. Я по вам по всем соскучилась очень сильно. Вот. Все, ребятки, а я как рада, моя-то жопа как рада. Вы что? Я же уже третий, ну, получается, 2 года я приседаю со штангой. Своими собственными домашними тренировками. И пускай хоть кто-то мне скажет с каких-нибудь...